Всем привет! В сегодняшнем видео покажу, как я окрашиваю джут. Возьму немного джутовой нитки и намотаю вот в такой импровизированный моток. Сделать это можно либо намотать на картон, либо на руку на локоть. С двух сторон завязываю дополнительную нитку. Чтобы нить хорошо прокрасилась в этих местах, необходимо эти ниточки завязывать неплотно. Дальше я погружаю нить в кастрюлю с луковой шелухой. Наша нить окрашивается точно так же, как мы красим яйца на Пасху. У меня на канале еще есть видео, там где я отбеливаю джут. Ссылочку я оставлю в описании. После того, как наша нитка хорошо окрасилась, она остыла, ее можно доставать и хорошенько промыть водой и просушить. Вот такой вот результат у меня получился. Посмотрите, как хорошо окрасилась наша нитка. Давайте с вами сравним результат, который был до этого и какой у нас получился. А вот посмотрите, какой результат, если сравнить коричневую нитку и белую нитку. Заходите, смотрите все мои подробные мастер-классы у меня на канале. Не забывайте подписываться, писать мне комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и, конечно же, лайк. Ну а на этом у меня все. Всем удачи и пока-пока! Ой-ой-ой, ты что, до сих пор не подписался и не поставил лайк? Скорее сделай это!